Вот сейчас мы в гостях у самого известного дальнобойщика России. А вот это его маленький гелик. А вот это его большой гелик. Смотрите, номера-то такие же. Там, где ты живешь, опять дожди. И где мы прошли, там станет время. Геленваги начинается вот с такого ключа. Прошлогодний снег на шапках тех вершин. И пустая кровь по нашим грустным венам. Две зимы уже прошло почти. Две весны за ними просто стлело. И мне похуй. Охуеть, что за баржа. Мне бы такой клирус на пятерку. Это гелик 5,5. 388 лошадей. И эта тачка стоит 5 миллионов 2011 года. Вот этот охуенный самбуфер поможет тебе не уснуть, когда ты поедешь в этом багажнике. Тормоза стоят от Porsche Turbo S. А на них написано что-то на мужском. Казбекович. Это обычный гелик, он одет в рестайлинг, и в него вложено 2 миллиона рублей. Номера из первой сотки. Такие парни давно уже не носят кроссовки. О, значит, осетин 001. Вадим Казбекович. В общем, он мощный, брутальный. Ну, мне вообще похуй. Похую.